Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Аж две штуки. И я, кстати, смотрю, что нас сбросили до Лиги Мастеров две звезды. Согласись, это непорядок. Поэтому надо сегодня восстанавливать справедливость. Так, откатов у нас, по-моему, достаточно, да? Ну-ка, сейчас, где они у нас? Блин, где мои откаты? 31 штука. Сейчас мы еще здесь-то будет заберем. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях и пройти одну серию испытаний. Начнем, пожалуй-ка, с серии испытаний. Как раз мы только-только ее начали. Потому что в прошлой серии мы ее прошли полностью. Так что с этого дня начинается новый круг. Ну-ка, быстренько клан футовца сейчас порубашим. Замечательно. Так, консервная банка выпендривается. А зря. Так, в минус. Да что ты, Армагоша, не смог добить эту жестянку. Так, здесь у нас кто? Бибоп, Рокстеди, я смотрю, да? Деловые стоят. Можно, конечно, сделать, наверное, суперудар какой-нибудь определенный, массовый. А можно их так просто забомбить? Давай-ка, наверное, сделаем с тобой удар Усаги массовый. Пускай они все тут отдуплятся. Ага. А Бибопчик-то не захотел погибать. Ладно, так его уничтожим. Все, расписали. Что у нас еще, кстати? А получается, сейчас мы с тобой пройдем события, потом арену. Обязательно арену. И у нас, кстати, да, открылось два новых события. Платиновое, да, и насколько я помню. И насколько я помню, какой там еще? А, эксперт. Все время забываю, эксперт. Точно. Так, здесь мы забираем с тобой награды. И пошли дальше искать. Будем прокачивать с собой нейтрализаторы. Так. Ракетный залп прокачали. Теперь, наверное, нам надо вот это прокачивать. Нужно найти еще 4 ящика. Не 4, а 6. 6 ящиков с инструментами. Так что поехали. Получается 5. 4. 3. Ой, тихо. 3. Сейчас найдем. Да что ты? Да хорош. Так, 2. По-моему, это был последний ящик. Нет, не последний. А вот теперь последний. Ну что, прокачиваем ему до 6 ступени. Ручная пушка. Круто. Так, теперь давай-ка метание пил. Что здесь нужно? Опять же ящик. Нифига у нас сколько микроскопов. 408, 402 штуки. Давай начнем вот эти вот джойстики тогда искать. Один уже сразу нашли. Так, тут крюк-кошка в основном выпадает. Опять крюк-кошка. Просто мутаген. Учебники, в общем. А, нет, выпал. Так, ладно, по-моему, мы уже с тобой задание выполнили. Уже остальное все будем искать потом. Забрать, забрать. И поднять уровень персонажа. А сколько у нас мутагена-то, кстати? 6 тысяч, да? Ну, почти 7. Кожеголовый. Давай-ка 52 уровень прокачаем тебе. Все. И забираем остатки. Так, давай посмотрим, что у нас здесь в магазине. Ага. Так. Ну что, следующий, я думаю, на прокачку у нас пойдет Майки. Да-да, именно Микеланджело. Поехали. Опачки. Так, ну что, 76 ДНК из 100 мы ему, как говорится, уже нашли за всю эту историю. По жетонам у нас всего лишь 370. Мало, конечно, ничего приобрести не сможем. Так что пока отстаем от этого дела. Так, у нас здесь, смотрю, телепорты продаются. Ну что, давай глянем, где мы тут находимся. Лига мастеров, 2 звезды, ранг, как ты видишь, 43-й. И как я тебе говорил ранее, меня это совсем не устраивает. А когда меня это не устраивает, мы с тобой всячески пытаемся это исправить. Армагон не потянет против всех этих охламонов, поэтому в довесок возьмем еще Леонардо. Ну, а уже к Леонардо можно взять
и вот этих вот слабеньких наших персонажей. Я больше уверен, что инициативы у них хватит перебить. Нам добраться только до Лиги Мастеров 3 звезды, а там, как говорится, дело пойдет. Почему мы все это делаем? Сегодня, ребят, суббота. Остается очень мало времени до конца недели. В конце недели мы получаем с тобой наивысшую награду. Хотя, если честно, я только лишь из-за осколка в платинум иду, потому что здесь на этой неделе тот герой, который разыгрывается, да, он мне не нужен. А вот остальные все прибамбасы нужны. И ты посмотри, как они мне очень мало дали опыта. То есть они меня вообще на месте держат. Не хотят мне давать продвижение. Я считаю, что это несправедливо. Почему я получаю всего лишь повышение в 3-4 ступеньки вместо положенных 10, а иногда и больше? С чем это связано? Вот и я не знаю. Так, ну давай, Супер Шреддер, звезда не хорошенько по ним. Ну, неплохо. Так, валунчик в лоб, и все пройдет. Замечательно. Так, давай посмотрим, была 39-я позиция. Я думаю, что как минимум должна быть 30-я. Это как минимум. Ну-ка. Вот, 30-я. Сейчас все нормально было. А почему в тот раз, я не знаю. Так, 17-24, я смотрю, они пока мне не хотят давать. Ладно, видимо, у них есть веские на это причины. Откаты, ну, пока хватает. Плюс, не забывай, у нас с тобой 717 долларов. Это мы можем купить, получается, где-то около 40 откатов. А нет, вру. 250 за 10 штук. Получается, да, 30 откатов можно взять. Но мы же не будем с тобой покупать, согласись. Тем более на финале. Еще есть и что, у нас есть воскресенье и немножечко понедельника. А в понедельник у меня как раз выходной, поэтому... поэтому все будет четко. У нас, друзья мои, будет понедельный буст. Обязательно. Главное не проспать. Да нет, будет, конечно же. Ох, мы там рванем. Надеюсь, не хуже, чем на этой неделе. Он получится у нас. Так, что у нас здесь? Давай Супер Шреддера, наверное, возьмем. Еще до сих пор не зашел в Лигу Мастеров 3 звезды. Вот это меня убивает. Слишком долго. Ну, а что ты хочешь? В конце недели уже все, ребята. Тут уже конкретно вцепились в свои места, в свои кресла, так скажем, и не хотят их отпускать. Поэтому мне просто приходится проходить, разгребая все это Г, как говорится, да, и идти к своей цели. А других вариантов здесь нету. Вот это вот плохо. Это вот плохо, ребята, что Майки сделал массовую атаку. Ну ты сам понял, да? Хан погиб из-за этого. Я не рассчитывал, что он переплюнет по инициативе Армагона. А оказывается, так переплюнул. Соответственно, мы с тобой и задерживаемся, да? Вот, видишь, дали всего лишь 6 вместо 10. Плохо. Опять же, друзья мои, от вас очень много получаю комментариев, да? Кого лучше качать, кого взять, где взять. Ребята, у меня есть под видео ссылка на плейлист. Ты можешь зайти по этой ссылке на плейлист, выбрать любое тебе видео и посмотреть, где, кого, как получить, как прокачать. Все есть. Да, единственное, что серии не распределены именно там. Сегодня я буду прокачивать Усаги, или сегодня я там буду прокачивать того-то, того-то, или как я его получил. Но полистать можно увидеть. Если на картинке персонаж со звездочками или новый персонаж, то это, соответственно, я его уже получил. Если звездочка, то я, естественно, его прокачал. И как все это прокачивается и делается, рассказывается в видосиках. Никаких проблем я вообще не вижу в этом. Поэтому вместо того, чтобы задавать вопросы вот эти вот изо дня в день, одни и те же, просто посмотрите видос, вот и все. Я, например, тоже тебе не могу сказать: вот ты, у меня есть такой-то персонаж и еще один, кого лучше прокачивать. Я тебе сразу говорю, что если из этих двух персонажей один массовый, с массовой атакой, то качай его, какой бы он там ни был. Всегда качай массовиков. Потом качай танков. После уже качай дамагеров. Ну вот такой вот принцип. Чем больше у тебя будет персонажей с массовой атакой, тем быстрее ты будешь продвигаться, тем быстрее у тебя будет прокачка, тем быстрее ты будешь подниматься по рейтингу.
Понимаешь? Тем быстрее ты будешь карточки, в конце концов, набивать на турнирах и на аренах, и на испытаниях. Дерзай. Если у тебя есть хорошие танки, если у тебя есть Рафаэль, если у тебя есть Леонардо, качай их, не брезгуй. Они тебе тоже пригодятся. Если есть такие персонажи, как Бакстер, Муха, Кирби, с ними я немножко бы подзадержался. С Мухой и с Кирби это 100%, а с Бакстером, ну, если ты не хочешь получать постоянно звездюлей с серьезными игроками, то Бакстера можешь отнести в сторонку. Он очень имеет маленькую инициативу, так же, как и Железноголовый. Он может быть 80 уровня, но проиграть 70-60, только лишь из-за того, что он ходит, блин, последний. Вот как-то так. А если брать, то желательно, конечно, ребята, прокачать массовиков в первую очередь. Даже того же самого Бакстера, пускай он, Бакстера Стокмана, даже пускай он такой вот медленный, тот же самый Железноголовый, ты протерпишь, но зато потом как бомбанешь по ним, да, всей своей мощью. Всех, кто вот попадается у тебя, кто-то, я знаю, паки вскрывает, у кого-то выпадают золотые персонажи сразу же, я имею в виду с прокачанными звездами, там, с тремя, с четырьмя. Если это массовик, ну, массовик-затейник, так скажем, или танк, конечно, прокачивай их. Прокачивай уровень до предела, докуда возможно, да? А потом ищи, конечно же, ДНК. Пытайся, по крайней мере. Про хилов не забывай, потому что хил тоже немаловажная персона в поединках. Ты же видел, да, сколько раз бывало, что вроде бы у нас и сильная команда, а хила нету, и эта команда сдувается буквально там на 5-6 волне. Только лишь из-за того, что мы не можем залечить раны себе. Вот и все. Соответственно, у нас от каждой волны здоровье все меньше, меньше, меньше. И на финалке где-нибудь мы с тобой просто фейлимся. Вот так вот. Поэтому, но хилов лучше брать боевых или полубоевых. Например, у нас есть такой вот хиллер Микеланджело. Я не скажу, что он там в атаке силен, но он может повесить уклоняшку, он может хильнуть. Понимаешь? То есть вот как бы, не, чтобы он постоять за себя мог. Да у нас еще там есть какие-то персонажи. Ну, в принципе, мне морозильная кошка как бы больше нравится. И хиллер, и баффер. И, по-моему, дебаффер она идет, да? Она, скорее всего, больше дебаффер идет, потому что она снежком может заморозить. Наших она может ускорить. То есть баффер-дебаффер. Такой вот универсал. И хиляет она не кислая, ну и сама за себя может постоять, между прочим. То есть своими когтями. Так что. А в остальном все, выбор за тобой. Не бойся экспериментировать, кстати. Ты все-таки не проиграешь кого-то там или чего-то там. Не корову, да? Ну, подумаешь, проиграешь в каком-то поединке. Зато ты будешь приблизительно знать свои силы. Будешь знать, на кого стоит идти, на кого не стоит идти. Все по экспериментам. Но если есть опыт у человека, да, у которого можно все это подсмотреть, то, конечно, можно все это подсмотреть и не делать ошибки. Хотя, ты знаешь, вот по своей практике, сколько я помню, как вот помнишь, когда маленький, да, ты был, тебе мама говорила, не трогай, горячо, или там больно, или там уколешься. Ведь мы же все равно ложили руки там или куда-то тянулись, ведь заведомо знаешь, что там больно будет, да? Но ведь пока ты эту боль не почувствуешь, ты же не поймешь. Верно? А когда ты обжегся или там, например, укололся, ты уже туда не полезешь. Вот поверь мне, ты уже туда не полезешь. Так же и здесь получается. Если ты где-то получил звездюлей, то ты уже будешь знать, да, сюда лучше не лезть, потому что, ну, это просто безвыигрышное положение. И как бы лучше и время придержу, да, и своих персонажей. Как-то вот так. Все время меня... Начинаю играть в эти черепашки, постоянно на какие-то дискуссии ведет. Уже просто по привычке, как мы начали с тобой уже, наверное, полгода вот так вот общаться во время вот этих вот поединков. Ну, потому что здесь действительно ребята уже проходящие просто бои. А мы возвращаем себе наши
потерявшее место, это топовое. И я прекрасно знаю, что я здесь всех разнесу, поэтому могу себе позволить просто пообщаться. Вот так вот. Ну что, давай глянем, какое у нас там уже место. Мы же в Лиге Мастеров 3 звезды. Место уже 40-е, то есть остается где-то еще 3 поединка. В среднем, да, 3 поединка по 2. 6 откатов. 6 откатов мы с тобой просто-напросто потратим. Но я считаю, что это немного. Причем мы уже большую половину, наверное, наших персонажей обычных отыграли. Арену проходим, потом мы с тобой идем на события. Там он, по-моему, у Саги. Я не знаю, стоит ли вообще проходить его, так как он у нас есть. Но я не могу вспомнить, кто вместе с ним фармится. Там дается у Саги и, по-моему, тут еще. Так, 33-е место было, становится 18-е. Вот так вот. 18-е место. Ну что? Раз, два. И вот так, наверное, сделаем с тобой. Там уже не имеет смысла брать слабеньких. Тут уже все равно два поединка, ну максимум три. Я, кстати, только сейчас вот обратил внимание, что у нашего вот этого бибопа борцовские вот эти вот ботинки. Хотя сам костюм почему-то кролика. Интересно. Борцовский сразу Зангрифа вспомнил из Стритфайтера почему-то. Так, ну что, смотрим, куда мы с тобой перемещаемся. И 7-я позиция. Да, судя по всему, это будет последний сейчас поединок у нас. И местечко мы с тобой тепленькое, как говорится, займем. Так, выбираем свою прежнюю команду. Давай вот так вот. Опа, все. Завершающий у нас, судя по всему, бой. С гранатами такой стоит. И Макман, да? Полускелет, я не знаю, полукто он. Полупомои. Мне сразу вспоминается этот, Рик Морти. Помнишь, мы с тобой играли и получили в последней серии сопливого Морти. Вот он такой же зеленый, противный, безобразный. Так, ну что, топчик или нет? Ну, конечно, топчик, ребят, но по-другому и быть не могло. Так, заходим с тобой. Зачем мне магазин? Мне магазин не нужен, мне нужно испытание. Сила природы. Может, попробуем здесь? Нет, не хочу тратиться. Дух. Так, а в дух, по-моему, ребят, нам сложно играть, потому что... Хотя, погоди-ка. Леонардо плюс Усаги, я думаю, что одну из них мы сможем пройти. Первую волну, ну, первое вот это вот испытание. Думаю, сможем затащить. Когда Леонардо у тебя есть и Усаги, думаю, ничего страшного в этом не будет. Так, минус. Давай эту мутан. Они, по крайней мере, нам не наносят вреда. То есть они пытаются бомбить, но ничего у них не получается. Так, добили. Переходим на вторую с собой волну и смотрим, что у нас тут. А тут грибы позорные, бесявые. Меня раздражают они. Так. Понизили мы им броню, кстати. Защиту. Так, пробили. Хильнуться, да? Все-таки решил. Удар, пинок. Двойной даже. Делаем массовую. И добиваем с тобой этот гриб. Переходим на третью, последнюю волну. А, тут же босс. Точно, точно, точно. Как вспомнишь этого босса, когда я проходил основную сюжетку. Трындец, конечно, это был. Ну, теперь-то, я думаю, он будет для нас ватным. Так, меткость мы ему понизили. Плюс проникающий. Тыч, все. Скрит удара я его вынес. Прекрасно. Ну, тогда давай попробуем уже, наверное, пройти и второе событие, да? Первое прошли. Что мы там с тобой получаем? Снаряжение, дух. Их всего тут три эпизода. Ну, как видишь, тут уже 80-й уровень. То есть мне, наверное, придется убрать, скорее всего, Тимати отсюда. Не знаю, как Змейковюн выдержит или нет. Но Тимати однозначно, во-первых, от него толк мало.
брать его в этот, в провокацию, я думаю, не стоит, потому что его там быстро будут колбасить. А здесь чем хорошо, что у нас массовики. Все персонажи, которые имеют массовую атаку. То есть, естественно, мы с тобой вот этих вот сейчас крыс и тому подобное завалим. А на боссе можем применять супер мощные свои атаки. Так. Единственное, что вот у Саги что-то... А, нет, он бафнул. Он бафнул Джастина вместе с этим, со Змейка Вьюном. Здесь можно вот так вот сделать, вертушечку. Я думаю, ничего страшного здесь не будет. Оу, таракашки почему-то не упали. Так, и переходим на босса. Вот он, босяцкий. Выглядывает. Слушай, а в мультике был такой гриб или нет? Ребят, напишите в комментах. Он еще с рот у него есть, оказывается. Так, ну-ка давай запах изо рта. Ничего не сделали, да? Проникающий. Ну, неплохо, но опять же... Ох ты! А змейковюн-то... Ватненький, друзья. Добить сможешь его, Саги? Смог. То есть, сделай выводы. Если змейковюна брать для следующего боя, то он не выстоит там. Но он и уровень, извини меня, 70-й. Так, ну что, попробуем с тобой пройти последний эпизод, но уже без змейковьюна. Это будет, конечно, трэш. Это будет очень тяжело. Даже не знаю. Массовые атаки все тратить. Но, наверное, придется нам так делать. Так мало того, что тратить, нам бы еще и попадать ими надо как-то. Не просто же сливать это все дело. Так, минус один гриб. Мы с тобой вот этот... Что ты делаешь, ёк-макарёк? Ну, Рэй, ну нафига ты так сделал? Ну вот объясни мне. Ну зачем? Ну какой, блин, отхил? Ай, вот это вот вечная спешка. Вечная моя спешка. Так, надо было этого не трогать, он бы все равно отдуплился от постепенного урона. Переходим на вторую волну. Просто я потратил сейчас хил, а он мне понадобится в ближайшее время. И как я без него буду? Ну вот как. Так, грибочек этот... А, они два. Ё-моё, они еще и захилялись. А давай, наверное, мы с тобой... Нет, баф пока делать не будем. Сделаем месть. Вау, месть хороша пошла. И давай вот так вот. Хоп, хоп. Добиваем. Так, и остается тля. Саги, молодец, красавчик. Блин, вот я тебе говорил про хил. Вот он сейчас здесь вообще просто необходим. Потому что Джастина сейчас 100% этот гриб при атаке будет бить Джастина. Потому что у него мало хп. Ну-ка, сколько мы отнимем проникающим? Ну, почти пол хп. Так, месть. А, мы ему заблокировали. О, друзья мои, мы заблокировали ему способности. И добили. У Саги почему-то сделал 3 атаки, непонятно почему. А, у него уже 2 атаки, точно вспомнил, ребят. У него удар. И 2 атаки еще идет кверху. Нормуль. Прошли, снаряжение дух получили. Великолепно. Так, закрываем. Усаги против. Кто же там? Слушай, ну тут голубь Пит есть. Хм, голубь Пит. Эх, команда, конечно, не супер райсовая. Но давай посмотрим. Грибы раздражают. Я, наверное, не буду здесь долго сюсюкаться, сразу начну с массовых атак. Готовы. Видишь, Ронин Усаги поклонился перед нами и выставил свой меч. То есть, теперь его судьбой распоряжаюсь я. Так, ну что. Так, это идет у него баф. Да, баф не кислый, на самом-то деле. Попробуем пробить. Давай, Саги. Замечательно. Контратака, промахивается. И добивка, судя по всему. Замечательно. Так, ну что же, а мы с тобой двигаемся тогда на следующее. Их всего, по-моему, здесь 5, если не ошибаюсь. 5 событий. Так что... Да, а подожди-ка, 6 что ли? Да, 6 эпизодов, ё-моё.
Ладно, давай здесь посмотрим. Уже 60 уровень. То есть... Нет, мы, наверное, вряд ли сможем пройти такими персонажами от начала до конца все. Да ты... Вот... Да посмотри! Грибы паршивые, а? Что делает? Просто не давали даже шелохнуться. Так, ну что, Саги, получай. А ты? Молодец. Деловой такой. Ну, по крайней мере, смог добить. Это уже найс. Так, давай двигаться дальше. 3 ДНК получаем. Ну, здесь, например, ну что, ребят, тут вообще фармить мне некого. Все эти персонажи есть, все. Погнали. Вертушку. Давай вертушку сразу сделаем, потому что, ну, раздражают меня эти грибочки. Хочу их наказать как можно быстрее. Так, и у Саги остается, у него тут мало здоровья. Лео, сможешь его пробить? Да, Лео смог. Тогда двигаемся дальше. Дальше у нас какой получается? 5-й. 5-й же эпизод. Да, 5-й эпизод. И опять же тут некого фармить. Ну да, по-моему, тут ничего нам хорошего не выгорит. Зря я, конечно, потратил все свои эти... Весь свой сыр. Я бы мог действительно пофармить черепашек видения. Но мне захотелось посмотреть, освежить. Я уже давно не проходил это событие. Опа, грибочки-то выжили, я смотрю. Это ненадолго. Теперь главное как-то вот этого вот забодать. Раз. Два. Мы ему тоже две атаки. Раз. Два. Готов. Ну и остается последнее. Нам, наверное, придется с тобой сейчас убрать Джастина отсюда из нашей команды. Или даже, нет, Тимати. Хотя и Тимати, и Джастина надо убирать. Да, фармить абсолютно. Может, не пойдем сюда, ребят? Ну, посмотрите. Тут нечего фармить. У нас 12 сыра. Мы можем с тобой потратить одну попытку вот сюда. А? Как тебе? Первая попытка и 3 ДНК на Леонардо Видение. Вот это вот фортуна называется. Так, ну что, друзья. В принципе, мы все с вами прошли. Ждем спокойненько понедельника. А что у нас там в магазине? Так, кто будет разыгрываться, я же не помню. Ага. Леонардо оригинал. Ну, как ты понимаешь, он у меня уже и есть. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в Синемон. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер-спринтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные